Саша, сколько тебе лет? 35. 35. Я смотрю, ты так спортом любишь заниматься. Да, люблю спортом заниматься. Смотри, какую фигуру уже себе позавидовать может. Вот там многие. А тебя как зовут? Миша. Миша, ты тоже спортсмен? Да. Молодцы. Вы здесь дружите, наверное. Да. Соревнуетесь между собой, наверное. Нет, больше. Какой вес на этой? Ой. 63. 63 килограмма. Да. Слушайте, как я вешу. Слушайте, ну это самая такая у вас хорошая. Еще какие тренажеры вам нравятся? На всех занимаетесь? Мы на всех занимаемся. Сколько в день посвящаешь спорту? Каждый день почти. Каждый день? Каждый день, да. Каждый день до понедельника. Ну ладно, тогда не про спорт. Ну как вам питание? Хорошее питание. Как вам нравится? Да? Нравится, как тут ее. А вы бываете на улице гуляете? Гуляем, да. Вдвоем или тот самый? Ну, так и гуляем. Да, собака умеет. А что еще, чем занимаетесь в свободное время? Помогаем, работаем. Вот, важно, молодец. Да, работаем, помогаем. Наверное, тем, кто не ходит, помогает. Да, и больным помогаем при нему исходить. Сашенька, сколько тебе лет? 30 лет, да? Наташа, да, с 18 лет здесь живет. Активно участвует в различных мероприятиях, не только попадает в театр, да и представления, и помогает, концерты. И вот спортивные, да, недавно была курсия. Наташа, скажи мне, пожалуйста, тебе нравится, как здесь кормят? Нравится? Что ты любишь здесь кушать особенно? Супы и кашу. А я могу сказать, чем я увлекаюсь. Ну, расскажи. Ну, люблю вот петь, вышивать, вязать, потом танцевать люблю. Ну, в спортивных соревнованиях люблю участвовать. Ты вообще очень активная. Мне все нравится. Сколько тебе? 29 лет. 29, да? Да. Вместе с моей сестрой. Вы здесь обе? Сестричка старшая, младшая? Она старше меня, а я младше. Они двойняшки. Да. Ну, у вас проблемы. Ясно. Ну все, вижу тут у вас. Я даже скучаю, но по своим родителям они ко мне приезжают. Да, и да. И к тебе, к вам, наверное, как, двоим. Да, нам, да? Нам двоим, ну, мы, как мы им говорили, как мы живем, что нам тут нравится, все хорошо, ну, общаемся нормально. Хорошо. Вот, наверное, вы еще жили в старом-то здании? Да, жили. Ну, здесь же лучше. Ну, здесь его лучше. Ну, вот, конечно. Да. Помню, первый раз, когда приехали, жаловались, что старые здания скучают по старым. Ну, нам все нравится. По животным, по своим. Скучали, ждали вас и гости. Да, правда ли? Да.